Автоматическая передача данных – главное преимущество так называемых умных счетчиков. Не надо бегать от одного к другому, записывать цифры в блокнот, показания от каждого устройства учета передаются напрямую в Рязанскую городскую муниципальную энергосбытовую компанию. Заменить обычные электросчетчики на новые – автоматизированные, можно по мере истечения срока их работы или выходе из строя. Умные счетчики существенно облегчают жизнь потребителям. При установке умного счетчика потребителю не надо ежемесячно помнить о необходимости снятия показаний и о необходимости их передачи в энергосбытовую компанию для дальнейшей оплаты за потребленную электроэнергию. Данный прибор учета устанавливается не целыми домами, а точечно. В настоящий момент таких приборов учета в зоне деятельности нашей компании установлено порядка 35 тысяч. Кроме обычного, привычного потребителям способа узнать показания текущие на приборе учета посредством просмотра индикации их на дисплее, также их можно узнать и увидеть в любое удобное для вас время в личном кабинете нашей компании. Умные счетчики удобны при оплате коммунальных услуг по электроснабжению. Ведь любая ошибка в данных исключена, и жильцы платят только за потребленный ресурс. Кстати, в случае задолженности умный счетчик позволит отключить электричество в помещении должника дистанционно. Умные счетчики начали появляться не так давно, потому что это нововведение, скажем так, в системе ЖКХ и контроля за оплатой энергоресурсов. Преимущество данных счетчиков в том, что своевременно можно проводить контроль расхода электроэнергии, соответственно, которой пользуются жители, и, соответственно, можно привлекать неплательщиков в своевременный срок. Так как умные счетчики, они присоединены, соответственно, по удаленной связи, это, ну, образно называется диспетчеризация. Если ранее, например, с счетчиками, которые были без диспетчеризации, постоянно, ну, раз в квартал, то есть энергоснабжающим организациям нужно делать обходы. Информация об отключенных от электросети квартирах помогает управляющим организациям избежать непродуктивных вызовов электрика и дает возможность контроля несанкционированных подключений к внутридомовым сетям электроснабжения. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».